Здравствуйте, меня зовут Настя, мне 32 года, и у меня есть маленький сын, ему 2 года, и муж. И буквально месяц назад я вышла на работу, и сейчас вынуждена быть домработницей, женой, матерью и программистом одновременно. Это очень тяжело, иногда хочется, как вы правильно, Света, сказали, делать не только то, что я должна и то, что надо мне делать, но и то, что я хочу. Я хочу заниматься йогой, вязать, читать, играть со своим ребенком. И мне хочется уделять время своему мужу и быть с ним близко, ходить с ним на концерты и так далее. Мне хочется развиваться самой, хочется быть здоровой. И вообще хочется наладить наш здоровый образ жизни, потому что в последнее время мы не вылезаем из соплей. И мне бы очень хотелось пойти на тренинг «Мама План», потому что для меня это, ну, как соломинка, которая вытащит меня из череды неудач и череды простоев моих. Почему я хочу учиться именно у вас, Светлана? Ну, потому что ваши проекты работают, и я с помощью ваших проектов научилась вставать рано. Теперь я регулярно практикую это. Более того, я перешла на здоровое питание и сейчас активно рассказываю об этом мужу и делюсь со всеми вокруг, чтобы это, ну, мне это помогает. По крайней мере, я рядом с болеющим ребенком и болеющим мужем не болею, слава богу. Более того, мне нравятся ваши отношения к жизни, Светлана. Мне нравится то, как вы распространяете вокруг себя энергию, которая идет буквально вот через километры и через видео. И вы заряжаете, и вы даете интересную, полезную и актуальную информацию, и очень часто попадаете в точку. И на данный момент вы попали для меня просто максимально в точку. И мне бы очень хотелось попасть к вам на мама-план и научиться наконец-то планировать свою жизнь и, более того, выполнять свои планы в жизни. Спасибо.